Дорогие друзья, сегодня мы говорили о фильме «Бриллиантовая рука», в которой снимался наш гость. И вполне было бы логично, наверное, исполнить одну из песен из этого кинофильма. Да, эту песню знают многие поколения. Единственное, мы ее немножко переделали. Если в фильме эта песня называлась «Остров невезения», мы ее сделали более оптимистичней. Теперь это «Остров везения». Да! Поехали! Поехали! Во всех странах кризисы — это просто жесть. Но островок везения на планете есть. Островок везения на планете есть. Там у населения зелени не счесть. Там живут пытливые, как известно мне. Налицо красивые, добрые вполне. В меру терпеливые, дело лишь в цене. Самые счастливые люди на земле. Что они не делают, все у них заргут. И вне зоны евро, евро проведут. Всем попортят нервы, но в ЕС войдут. Что-то они не доделают, но не подведут. Говорят, на острове нет календаря. Там живут по звездам и, кажется, не зря. Отмечают разные, не в ущерб труду. Выходные праздники 300 дней в году. По такому случаю с ночи до утра жизнь идет кипучая, пляшет детвора. А все без спасения и благая весть. Нелька Украина на планете есть! Дорогие друзья, у нас в гостях был замечательный, всеми любимый актер Леонид Каневский. До встречи в следующее воскресенье!